Коллеги, добрый день. Сегодня мы находимся с вами на испытательном поле компании Сингента на делянке с яровым рапсом. Хотелось бы показать те результаты, которые у нас получились в текущем сезоне по испытаниям новых фунгицидов на яровом рапсе. Вот перед вами растение ярового рапса, 10 штук, вариант контроль. То есть, что мы видим, то есть, как бы никакой нету распустистости, да, то есть у нас идут 10 стеблей и такое определенное количество стручков. Можно посмотреть другой вариант, который был заложен. Это препарат Кустодия, фазу 6-8 листьев. И что мы можем наблюдать на данном варианте? Те же самые 10 кустов. Видим, что более мощное количество стручков, более лучшая распустистость. То есть архитектура строения самого растения рапса здесь гораздо выше. За счет чего? За счет того, что в нем содержится стробилурин. Если сравнить третий вариант, который можно обработать яровой рапс, а это вариант с препаратом Амистар Экстра, то мы можем увидеть, что Амистар Экстра, вариант с Амистар Экстра по сравнению с контролем, мы видим более мощную физиологию, которую показывает данный продукт, достаточно большое количество стручков заложившиеся и более мощный урожай. На текущий момент заболеваний как на препарате Кустодия, так и на препарате обработанные Амистар Экстра мы не наблюдаем. Будем продолжать дальше смотреть, как будут развиваться наши посевы и сравнивать, какой все-таки из фунгицидов покажет более высокую эффективность работы в условиях Алтайского края.